прикольная штука. Спектр. Медик, медик. Основная группа остается на этой точке. Один-два человека со мной к сопле идут, и мы загружаем ее на базе и едем на следующую точку. Пока тут Ралик стоит и хап, пока держим точку. Молодого ебнули. Бля, чат, хотите похвастаюсь? Чем может похвастаться человек в свои 27 лет? Не, ну я считаю, это очень круто. 4 файла не прошли проверку. Короче, пошел сейчас в магазины. Думаю, сейчас зайду, там магазин, короче, был в супермаркете, там помидоры хуёвые. Я шел, а там, короче, типа, ларек, а там помидоры. Короче, беру, там есть за 200 и 130, думаю, возьму, не буду брать дорогие, возьму 130. Ну, блядь, дорого, но все еще, я взял чуть-чуть, они маленькие, черри. А она говорит, о, вы знаете их, типа, вы пробовали? Я такой, нет, она говорит, о, хороший выбор. Ну, я думаю, посмотрим. Блять, это охуенно вкусные помидоры. Последний раз такие покупал пару месяцев назад в магазине Метро, до этого вообще не помню, когда я вкусные помидоры вообще видел. Пиздец, вкуснейшие помидоры. Ну что, обычно ешь их со вкусом воды, не знаю, просто. Хуйня. Жестко, бро, вообще нереально, скажи. Тупо разъеб устроил. Разъеб уничтожений. Вопрос. Давай, задавай. Тысячу лет. Вот именно, блядь, их так сложно найти, вкусные помидорчики. Алло, хорло, алло, парни. Йо. Гурлюк-гурлюк. Подожди. Да, да, 20 да. на 20, заходи. Ты все-таки решил скачать? А, за компанию поиграть. Со мной ты не очень хотел идти, когда я один был. Я вообще не хотел идти играть, я понятно, просто за компанию Радуга. Скачал. Ты не хотел идти играть с Джокером? Джокер с тобой не хотели играть? Как обычно. Как ты себя чувствуешь после этого? Да я уже привык. Да, ничего страшного, хорошая, да. Так ему и надо дотеру. То, что он дотеров этих, Джокера. Правильно, анимешников. Это, конечно, да. Анимешников. Так ты сам этих. Дотер, анимешник. Я анимешник, в каком поколении? Я дотер, анимешник, блядь. Это как, блядь, приговор какой-то, на. Алькор. Вот на Трово, говорят, там платят за просмотр, а не за именно не за рекламу, а за время просмотра, именно за рекламу, да. Правильно? Сколько да. ты уже миллионов заработал? За сколько? За прошлый месяц просмотров? Было, да. О, это круто. Но там прямое приглашение. Это именно за просмотры, это без именно донатов, да? Это чисто? Да, это без донатов. Ого, это очень круто. Трово вообще лучшая платформа. Там просто если тебя смотрят, ты получаешь деньги. Не нужно зрителям ни донатить, ни сабаться, нихуя. Они просто тебя смотрят, все, ты это, ты можешь жить и кушать. А там, на еду ох, хватает, ебать. Так сказать. ПП, ну, если бы не прямой приглас, то 600 баксов бы получал. А, то еще на постоянке у тебя увеличены или на какое-то время? Не-не-не, из-за прямого пригласа мне поставили цель добиться просто определенного количества часов просмотра. Если я его добиваюсь, мне платят как за голд дивизион. А так по просмотрам я в сильвер дивизионе. А вот за сильвер дивизион 600 баксов платят. Это все еще больше, чем я получаю. Ну, короче, чем больше прок, да, тем... Еще больше у тебя времени просмотров от зрителей. Качар, немного сдвигайтесь. То есть, если у тебя там 1000 онлайна, то ты будешь получать примерно по 2 по 3 тысячи. А право остается на точке. Так, у меня просто как метку ставить? А метку только Fireteam может. Хорошо, я Fireteam, как метку ставить? Т. Т? Близкая, да.
Блять, я точно фартим. А через Steam можно приконектиться к вам, да? Да. А, я не, я не лидер. Зайти в игру, найти... А я не нашел SS-2020, написал. Но... Так напиши банда по-английски и нажми Enter HD. Или банда, так, да. Написал SS-220. Угу. Я понял, почему я не мог найти. У меня галочка, короче, надо было поставить, чтобы показывали моды сервис. А я думал, надо было убрать. Короче, дурачок. Блять, ну... Со всех сторон просто бежим, а они отстреливаются со всех сторон. Где враги, блять? Где? С какой стороны, блять, не подойди. Со всех стреляют, сука. Так подожди, это их база уже, что ли, блядь? Хули я на их базе делаю? Чё, блядь. Ко мне подтягивайтесь. Спокойно прошелся, блядь. И держать позицию, пока с юга у нас третьи и первые едут в точку на запад, да? Хотел сказать, здесь фобы, а тут фобы, блядь, какая фобы, здесь база. Вы с кого? Ну, то попробовать. Я за Австралию. Дима, за Австралию, мы с Джокером за Россию. Mm-hmm. Димас просто за Россию не играет в игры. Я понял, понял. Какой у вас отряд? У меня сквад один. Можно этот, можно пересоздать быстренько. Свой отряд сделать. Австралия. Блять, я не помню. Австралия, да, австралийцы точно. Ой. Ой. Вы просто поставили... Да ладно, пощадное тоже фиг узнаю. Я знаю, вот... Это... Тысячи людей прилетели в, ставят, в Австрию, типа, ну, а хотели в Австралию, пришел. Наоборот. У этого сервера есть Discord, там правила, типа. У кого SS-220, они точно читали правила, значит они нормальные. Правила, типа, нельзя одному на технику, типа? Ну там разные типа того. Правила игры и запретки, слова. Слова там говорить. Ага. Понял. Ко мне в отряд, парни, тут. О, давай. Так, какой у тебя отряд? Твёртый. 779, вижу. Да. Так, а как выйти со своего отряда, или надо умереть? А, вижу. А, ты думал, мы за Австрию? Я не могу один оптику взять. Не, мы за Австралию. Я не говорю, я думал, это я неправильно сказал, просто я даже не помню, что я говорил. Мы в игру общаемся. Поэтому я мог. Спасибо. Вместе катаете, а они за Россию играют, они играют за Россию. Нет. Если какое-то ограничение, что уж не... Ее можно сделать не мыльной. Сейчас что надо, я удалю, Волтер. Если что-то, что, я тебе напишу. А чё, они к тебе не зайдут? Не знаю, Джокер как-то так сказал. Я зайду к тебе, Элькер. Потому что они ппги, блядь. Пожилые, блядь, пипяги. Я там чувака мод кинул, если они его поставят, будет мега круто. Что за мод? Спасибо, Волтер, потому что я реально забываю. Которая, короче, добавляет... Это только на следующий день там, блин, через... Ну, типа, фракции внутри стран. Новые стволы, переработанные... Не-не, переработанные карты. Там будет спецназ, там, с глушаками, с нормальными прицелами. Ебать, звучит пушечно, действительно. Типа, рейнджеры будут у США, там. Ё кто-то. Я слышал, это моб... мод. А чё, его поставить хотят или чё? Не, я предложил, чтобы поставили. Я просто инсайд по нему рассказывал вчера. Ну я смотрел, ни одного сервака не нашел с ним. Ну у него 179 тысяч подписчиков. Прямо сейчас. Пока что. Да? То есть он есть. Мы его занимаем. Может как-то серваки отдельно показывать, потому что стрелял через браузер. К нашему модуль. Хабу идем. Теперь все моды отдельно показываются. На общей метке. Оттуда уже идем в сторону. Там не было. Последней точки. Там еще мало серваков с моды в браузере. С онлайном. Это фантом. В Hell at Loose ты можешь один на танке пойти и просто, типа, занять позицию и быть стрелком. И как турель работать. Это же прикольно. От сервера зависит. Ну, там от сервера, да, зависит. Ты же не можешь это делать.
Но в большинстве случаев команд меню поставить, сука. Тебе ничего не сделают, если ты будешь так делать. Так, а сейчас меня слышно? Я тебя слышу, да. Как же долго склад не на SSD все делает. А как ты это слышишь, если я не активирую микрофон? О, блядь. Ты мне? Он не видел. Я в радуге. Он херил. Вот я сейчас зажму. Нет. Говорю в игру. Говорю в игру. Кто, блядь, по мне хуярил? Понял, понял, спасибо. Так, ну сейчас причиню тогда. Дима, заходи за Россию, что-то какая-то. Да? Тут не хочу, чувак. На этом серваке, парни. Почему ты? Потому что это страна, блядь, новая, блядь, атакует мою, не хочу принципиально, блядь. Блядь, ты в это компьютер наиграть, чел. Да похуй, блядь, здесь есть вторая страна, за нее можно зайти и все. У меня есть выбор. Попробую перезайти сейчас. Ну это мем, если честно. Мем, если я не хочу. Там, не знаю, расформировался отряд или нет? А, не, просто передали лидерку. Восьмитр, музыку слушаю второй дорожкой. Второй дорожкой, правильно? А сколько будет по врагам стрелять нахуй? Лежит перед ним. Понабрали, блять. Это не тебя ебнул, Алькор? Ну, с пулеметом лежал кто-то. Наверное, ты. Во дворе не ты крался? Не-не. Ну. Попався. Склад на SSD будет ставить, вообще жесть. Про 15 минут. Да, если они на SSD, то он такой. У нас есть тандем. 15 минут, это же проверка файлов, внесение изменений. Еще, а где встать-то тандему? Нет, просто возьми и все, и пока тебе. Куда не диспаун? У нас просто техника хорошая, она выигрывает в дуэлях. Ну а если там поедет тигр какой-нибудь, чтобы ты его ваншотнул? Ну или выбил хотя бы на войне. Ёлый, блядь, проработан у этих челиков. Так, продолжаем давить на север, оттуда уже перейдем в атаку с какую востока на запад. Добавили? Я просто видел, леопарда есть, они... Складной аккурат, там с правой стороны есть перья. Так, четвертый скаут, есть. Пробуй сейчас. Австралию добавим. Блин, зашел и сразу брошу. Блять, это враг. Он меня, кстати, тоже брошит. Только при заходе... Хули она здесь едет. Походу прямо что-то со складом. Тебе нужно проверку файлов. Ну, пару раз попробуй. Ну, уже делал. Ну, у тебя антивирус удаляет какие-то файлы? Я читал просто. Что делать? Спасибо.
Так, у Чарли персональная задача. Спавнитесь на хабе западном. И помогите ребятам с Егором напасть. Ну, они поддержки просят. Браво, Яльца со мной остается, мы нападаем с севера на запад. Да, вполне возможно. Блядь, на дороге. Я просто еще на этот мод не, есть и стороны Skylight Invasion, что-то подписан. Ох, ебать. Его есть. Может, его тоже проверяют. По полю только не бегите. Волдер, я не помню за предложение. Предложение шедом. Мне скинуть жопу тебе? Блять, это враги уже были, охуеть. Я что-то показал, просто так много тиммейтов рядом. Я думал, это тиммейта. Здорово, я нажался как тварь, захожу в сквад. Йо. Привет. Здорово. Здорово. Давно играете? Да вот буквально ток собираемся. Я KFC нажрался. О, он хороший. Не, KFC, чел, вообще пиздец. А чем ты? Надеюсь. Чем ты запивал? Не, байцы. Крылья. Байцы. А, байцы. Что, Дима? Чем ты запивал, брат? Да, вот, водой кипяченой. Водой? Да. Я думал, ты пиво похмелялся. Это у меня хорошо? Да. А мод надо? Мод надо ебаный ставить? Надо мод ставить? Не, не надо. Скачиваешь и все. Ебать. Там смотри, он же не сатарат. Какой именно этот? UE4 с подпейн? Я ничего не качал. UE4, да. Подожди, это сейчас они хотят поставить, Джекер? Я проверку файлов поставил, у меня 4 файла. Так, а нахуя мод ставить? Здесь же без мода, Васивак. Так я не ставил. Я что 30-ка появится скачал, через 30 секунд, поэтому тандемщики и трубочисты, которые у меня в отряде, будьте готовы. СС-220? Да, чувствую, скоро придется аббревиатуру скоро придется писать Space Station 13. Ой, 220. А то, блядь, да, ну. Сейчас режим, блядь, как графон. Сейчас да. Сейчас такая хуйня, блядь. Сделаю, но я пока что в атаке. Потом. Он Диму уже за Россию. Распанова любого попросить там. Шутишь, блядь, это же игра, Диман. Ну и шо, блядь, я могу играть против. Ну пиздец, Дима. Это жестко, это жестко. Что-то я не помню, чтобы ты на Тушино, блять, 8 лет назад имел что-то против, чтобы играть за ДНР, блять. Чел, ну сейчас это, не знаю, мне не хочется. Чел, ну, это разное. Ты так что, за Австралию? А, за, не, все за, я один за Австралию, ре. Я пытаюсь зайти на сервер. Ты проверил файл, Родос? А на моды ты никакие не подписывай. Ух, ебать. Бля, честно хуй знает, у меня стояли моды раньше на сквад, мы же играли. Ну что, отпишись от них всех. А может ну тут быть. Никаких модов, да. Тут просто сам ванильный сквад и все. Не уверен, не уверен, но... А Зизонг пишет, он когда лицензию разрабов склада получал, он написал, что означает СС у них. Ну, у нас на сервере. Мега хорош. Есть так какой-то райд, бля, я не знаю. Ну вот я подписался на мод один, он меня его скачал, и с тех пор вот ошибка выдает. Ну, вот райд, удали его. Мод, я отхуярился от него. Хуярился, хорош. Попробуй отписаться. Там у вас в Молдавии ведь тоже квендиш. Да никто и нас не намечается, это все провокации, вас с ними. Ой, я ретрал забудил. Там говорят, что типа у нас со стороны бегут, а на самом деле, блядь, просто люди с Пасхи возвращаются на границу. Блядь, так это, подожди, 779 отряд, да? Да. Да, зашел. У вас там должен складной быть в отряде, Радуса крашнула. Если нет, то нарушайте правила и вас забанят. Никит командирует, я должен быть. Сколько у вас тикетов осталось, оно? Бля, отлично, мне дали... Меня промоутнули склад-лидером. Ништяк. Зашел как надо. Карьером, бля, Максим. Отдал тебя. У меня ничего не скачалось, все прошло успешно и все. Пойду кит поменяю.
Я хз, что делать раз тогда? Вот это зашел на сервер, прям поиграл. Я проиграл, а потом, блядь, решил перезайти и нахуй начал крашить. А меня крашит прям, когда я только в игру захожу. А если то... говорить войс в игре, а тебя противник слышит или нет? Да, да, слышит. Точно? Войсом? Да, по-моему, слышит, если нет. Ты если слышал, когда... говоришь, что, по-моему, слышно. Нет, 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 не слышно. Нет? Нет. Копай, когда копай, в синьку копай, тоже копай, говоришь, не слышно? Вообще копай, не копай. Слышно нихуя. Друг друга, ебать. Ребята, не слышно. Взорвать мне ее, может быть? М? Ну ладно. Взорвать мне ее? Не просто выкопай, но настройки. Мужики, беттер, блять. Там дальше по дороге беттер стоит. Ага, хорош. Да-да, прям на ровной метке. Блять, а сколько можно? Рацию нельзя, рацию друг нельзя прокопать. Там тебе рацию. Можно проверить. Вот тоже, да. А вот эти. Сейчас, давай. На SSD. Там беттер дальше по дороге, мужики. Его выберем. А, выберем. А, у меня вообще... Сейчас взорванет аккуратно. У тебя вывод куда-то не туда идет, типа. Тебе нужно с настройками именно звуковыми поиграться. А, у меня вообще пропал вывод, блядь. У склада проблемы с звуковыми устройствами, да, у Максона вчера... Позавчера такая фигня была. Пиздец, блядь. У меня только микрофон видит, а этот не видит, да. Надо перезаходить из игры, чтобы что-то нельзя. Он вообще ничего не видит. По возможности в тейгер захвата зайдите и оборону возьмите. Чтобы с севера и востока никто не шел. Все, все, все. Если там кто-то по полям побежит. Проверка. Патронов у кого есть? Блять, я застрял, сука. Все, можно. Поиграли тебя. Вывер, забирай вывер. Не, я рацию уже взорвал их. А, пойдем. Взять 90. А здесь, если выставить больше, чем минимальный фов, то оптика не приближает. Вот такая фича. Поэтому приходится играть с минимальным фовом, чтобы оптику можно было смотреть хотя бы. Блять, точку отбили назад в оборону. Есть, блядь. Нет. По-моему, он пшикнул нахуй. Он пшикнул кровь. Она не взорвется. Я попал. Перед нами чел аккуратно. Полагаю, прикольный эффект, стрельнул, знаешь, какая, скажешь, не ценная, которая могла.
Я честно не знаю, что у него за фиг. И даже не слышал, что у него там. Патроны? Блять. Ебать, не успел перевязаться. Метки пехоты на дороге актуальны. На дороге убили, идем дальше на восток. Ну, блять, там их дохуя. За. Ебать, откуда он взялся? А нет, нижнее подчеркивание, just 3 subscribe for 43 months. А нет, спасибо 43 месяца. Сапсом. Welcome back. Спасибо тебе большое. За поддержку. На моей метке очень много пехоты, очень много. С севера будут на депот забегать. Вроде противник должен быть. Я убил за стеной. Да, он умер. Вперед за родину, ура! Готов. Ля как стелит, блять, пушка нахуй.
Санёк, ты жив там? Камень, камень, 291. Здесь копать надо, да? Здесь фоб, мужчины. Медик, медик. Медик. Мужчины, на мне фоб обнаружен. Спасибо. Метку поставлю сейчас. Ты копаешь? Угу. Санечка, Санечка, ты копаешь? Мне ж его тоже надо выкапывать. Копай, лис. А, тут фоба. Понял. Идите сюда, тут фоба, копайте лучше фобу. Нафиг тебе хаб. Лопата и технику, ноутбук. Спасибо. Разбираю. Жесткая бабраку. Готово. Скопали ноутбук, блять. Мне кажется, у них сейчас тикет закончится. Думаешь, он настолько точек, типа, ну это жесть. Где кенгуру? На машинах нарисованы. Без шуток. Мы проебали. Вы это слышите? Вы это слышали? Димас включает. Это ты Димас включаешь? Блядь. Я зашел. Я захожу, блять, у нас забирают последнюю точку, блять, и Алькор нахуй скидывает сквад лидера, как чмо просто, и типа, ну что делать, блять, спрашивает войс, прикинь. Я не знаю, как играть на сквад лидера. А я, блять, знаю, что ли? Так ты говорил, что ты разобрался в игре недавно. Ребята, пошли давайте за Америку, чтобы Дима, за Дима Стая мог поиграть. Да, мне без разницы, давайте за Америку. Давайте за Америку. Меня закидывает. Не, если мы будем не за Америку, то Дима... Ну это Димас, пиздец, как вдруг я тебя максимально чел. Не понимаю. Это типа мы как Хэллоплюс пойдем на немцев не я будем играть. Типа, да они же 20 миллионов наших убили, блядь. Чел, ну это так, понимаешь, это сейчас настолько... Я буду инвайтить. Ну, не хочу. Рана свежа, типа. Слишком. Кора заинвайтить. Она еще кровоточит. А я даже не могу зайти, блядь, меня перекидывают балансом, сука. Вот у тебя русский, блядь. Ну все, гордись. Прописан. Ну, короче, ребята, у Радоса не будет работать микрофон в игре, он будет сами здесь разговаривать. Да. А есть админы или нет на серваке? Надо перезаходить. А ты Раду через микшер или у тебя напрямую микрофон включен? Я микрофон напрямую, но если я меняю микрофон, у меня летит обычный так. Звук. И пропадает, и вообще нету ни одной функции. А ты в настройках винды менял? Это все... да. А что у тебя с 8-митером именно? У меня 8-митер, что у тебя не так? Ну, я меняю микрофон, потому что там по стандарту у него дефолт стоит. Я ну, ты можешь... Что, Сань, куда садимся? Подожди, ты разговариваешь через войсмитер, у тебя микрофон войсмитер, смотри. Нет. А почему? У меня только вся весь звук через войсмитер микрофон, просто напрямую. А ты можешь, ну, чтобы не было проблем, просто в войсмитер закинуть канал микрофона, и ты сможешь полностью... Делаю, по логике, у меня на стиме не будет угу. На игру. Ну, тебе перезайти надо будет, разве что. Ну, по идее, нет, смотри, нет, не надо будет, смотри. Ты берешь в войсмитере, делаешь дорожку, вверху слева, которая... Вот вверху слева... У меня уже стоит сейчас дорожка. Вот на ну, у тебя несколько или одна всего? Ну, их две у меня. Ну, вот получается на вторую ставишь... Подожди, out или in? Input. А, ну правильно. Блять, я не могу зайти за Америк. Ну вот смотри. А можешь скинуть скриншот просто 8-митера? Просто у тебя версия, да, у тебя скорее всего просто... Не, 8-митера именно. Я тебе скажу просто. Блять, я не могу. А есть админы на серваке? Работает. Алькор. Ну, типа... Алькор. Что, Димас, шо? Есть админы или нет?
Ты можешь зайти за кого угодно, я попрошу, тебя перекинут за нас. А есть кого попросить тебя про это? Хазизонг, да. А, есть он, да? Все, сейчас я зайду. Просто перезаходил, блядь, второй раз. Ну, в этот, в тест. А, я Азизон, блядь, не увидел, что ты здесь, я что-то спрашивал, сори. Сейчас захожу. Спасибо. Вот у меня сейчас стоит в игре input VP audio 8 метр в IO. Скинул, сейчас скажу, подожди. Вот смотри, у тебя есть hardware input 1, да? Вот он пустой у тебя. Да, да. Вот, ты, ну, по идее, я не знаю, но можем после того, как ты стримишь, я тебе могу попробовать помочь. Смотри, заходи, выкидываешь в hardware input, закидываешь просто туда свой микрофон. А в панели управления ты ставишь звук. А можете пока настраивать, я вас вниз перемещу. Не, мы уже. Я просто последнее. Просто смотри, Родос. А, он перекинул. Смотри, просто ты в input 1 кидаешь свой микрофон, а в панели управления запись выбираешь voice meter output. И все. Но микрофон у меня и так работает. Зачем мне это делать? Подожди, а что у тебя проблема тогда? Подожди, я же говорю со звуком, звук, понял, звук пропадает. Ну ты можешь просто через... из-за микрофона? Нет, из-за микрофона, я же говорю, обычный звук. А попробуй микрофон тогда в осьмитре нажать меню и рестарт аудио энжин, или ты так делал? Это, если какая-то просто... хуйня происходит с осьмитром, я фикшу. Я вот сейчас ставлю себе свой микрофон. Чтобы он заработал, игра мне говорит, типа, перезапусти игру. Я сейчас перезапускаю игру. И у меня пропадает просто весь звук в игре, именно в игре. Звук. А, я понял. Есть, это стимовская хуйня, я понял. В аудио output device там у меня вообще пусто, как будто он вообще не видит ни одного наушника, я понял? Ну, звук. Джокер, закинь меня в команду. Я понял, короче, ну хуй знает. Ну ладно, давай потом тогда, год тогда. Йоу. Я просто за рулем. А, за рулем. Окей, скинешь, как сможешь. Джокер ответственный молодой человек, он за рулем не заходит в телефон. Дима, ставь клантек, как у нас. А что у вас за клантек? Квадратная скобочка, USB, квадратная скобочка. У меня пробел. USB всегда стоял. Так ты у тебя маленькими буквами и без скобочек, и без пробелов. А я ставил большими. А, у нас скобочки надо отдельно, да? Да. И пробел еще надо после? Пробел после, да, чтобы у тебя пробел от ника был. Окей, сделал. Дима, я тебя пригласил, тебе пришел в это? Нет, ничего не было. Сейчас. Че, раскинь? Я открыл склад, можешь зайти? Да, так могу. Слышите, это не дошел. Наши. На севере подъехала хуйня. Это я их, понял. Блядь, это они! Кого мне зайти? Открыл. Кого мне зайти? За русских или за американцев? Мы за американцев. Склад прятка открыт. Мой? Ладно, я найду сейчас. USB. Да, трубочист где, блядь? Сейчас, попроси админа тебя перекинуть. Сезон, перекинь, пожалуйста, радугу. Все. А кто такой вайф? Торан, Дима. Кто такой вайф? Со смарксменком просто. Это... Я зашел. Я не знаю, просто чел какой-то. Вайф, даже так можешь. Да, можно было, чтобы он не выходил. Ну ладно, спасибо, Джокер. Ты зашел радуком в отряд? Сори, Вайф, ничего личного. Теперь дать им свою суплайку. Чтобы они не сделали так же. Твина, ты на вертолете? Что у тебя за картинка? Машинганнер, кстати, пистолет. Хрен. А можно глянуть, что за пулемет? Да. 240. Классный. Да. Скажи что-нибудь еще раз, Родос. Раз. Да, тебя слышно, ты починил. После USB надо пробел ставить, Родос. Все, идем в Вест Могилёва. Может, они не одни приехали. Ой, батя, у меня потеря пакетов, стой, меня откидывает назад. Да, пипит, пошел, какой страшный. А там что-то ДДОСик, когда наш сервер. Ну, естественно. А, уже?
Слишком я хорош, потому что он. Так у на момент, а остальные на момент копают, сержант. Мы продвинемся на север на 15 копают. Градусов, проверим деревья. Майнкрафт, а что-то, да. Что-то у тебя, сержант, пока палец там. Отвалился. Я вот в верхушку деревни, да, прямо там. Блядь, зацепило за задницу, знаешь. Ну, они типа сейчас поедут опять сюда. Здорово. Все, какую-то вот мы раньше просто поджимали с этого угла. Да. Парни, а вы меняли себе фов в игре? Если делаешь большой фов, у тебя приближение у прицела. Если пользуешься оптикой, да, нет смысла фов. Если меньше, если 90, то оптика заебись. Патроны кому надо взять? А что это за желтая хуйня, чат? У меня, кстати, есть боеприпасы. Это метка типа или... Мне кажется, БМП тоже. Тапаю тебя за жопу. Слеп, слеп. На НД будет БМП, как будто бы слышу. я нубик, подскажите, а что это за желтая хуйня на карте у нас справа? Чего? Это метка или что? Это фоба. Или метка? Это типа ее не существует, но мы хотим туда поставить. Этого еще не понял. Существует. Да, да, да. Это чтобы потянуть за эти радиус. Саня. Дай старшего стрелка, пожалуйста. Вертушка русских на севере на ноль прям летит сюда. 8, кажется, с транспортник. Наблюдаю тоже. Приближается прям к нам. Далеко на 70. Что-то хочет она. Мы сможем ее подбить отсюда, если пилота убьем? Не, пилота нет. А есть еще одна фаертима? Они садятся, походу. Да, я дал чуваку, который шарит. Okay. Артема нужна, чтобы метки ставить. Да, я знаю. Ладно, если есть кому-то, окей. Слушайте, парни, ну походу русские, у меня есть на 80. Вражеский вертолет на трассе. Стрелка сбрасывает пехоту или что? Русские парни, как слышите? Где направление? У меня дохуя на 80, смотрите по карте, где я нахожусь. Ребята, нам фобу сломали и ралли-поинт сломали. Откуда, блядь, стреляют они? Еще вертолет летит, мужики. Второй вертолет русских, на нашу точку. Стреляют, блядь, но я не вижу, кто. Кто стрелок? Короче, русские уже вот тут, где метка фоба. Метка фоба, вот там у них фобу поставили, что русское такое в городе. Блять. Техника приехала какая-то. Вертолет на 75 садись. Посмотрите по карте, прямо на мне высадка врага. Вертолет. Ну, Димас, куда ты убегаешь? Вернись назад. Что? Русский у меня русский тут, я не могу. Я, блядь, в канаве сижу, нахуй, они вокруг меня. Русские около дома, где мы спешивались изначально. Около меня стреляют. Высадка только что вертолета была. Это их РПГ. Это их РПГ стрельнуло. По вам. Да, ну нас зажали жестко. Целька. Прямо на мне БТР противника. Едет опять в вашу сторону. На холме на ноль какая-то техника стоит, обстреливает. Вас на западе сопля. Что, захватываем точку. К вам БТР едет. Приготовьте антитанк. Вертушку вижу, но голов не хватает. Если там, прямо с моей стороны там, едет. Да хобу не вижу. Или что-то похожее вижу. Прям... Какая техника, блин, качается все. Zero Tolerance. Ты же в курсе, что ты складной и можешь метки ставить, да? Да-да, спасибо. Я вертушку залить немного. Джокер у нас рядом. На метке противник проезжает. И на бэтере. А это бардачок едет. И за ним еще что-то едет. И 80-ка за ним. Пиздец, и бардачок и 80-ка приехали, блядь. К нашей фобе двигается.
Пиздец. Да нашу фобу сломали. Надо дефить фобу идти, пиздец, очень быстро. Мне нужен кто-то с патронами, обычный стрелок. Вот это радуга мог быть. Так я есть, но я мертвый. А ты можешь ралик поставить? У нас нету ралика. У меня нет патронов, чтобы поставить ралик. Иди на цель, Коль, держи. А ты ее где-то потерял уже, да, типа? Да, ее сломали. Надо фобу выкопать, ребята, обратно, пока ничего есть. Парни, у них вертолет один. Продвигаемся дальше. Где враги? Они уже следующую фобу душить начинают. Техника контролит фобу жестко. Алькон, откопай, пожалуйста. Надо хочется взять цеплайку и поехать к ним сейчас на следующую точку, кропи, и там наказать их, да? Типа за эту хуйню. Построилась новая фоба на востоке. Надо ждать, пока она активируется. Угу. Короче, меня там убили вдоль дороги, их там дохуя. Выкапываю. Метки твои, старый Джокер. У меня здесь техника, мне нужна помощь РП. Кто с РПГ у нас? Патронов нет, Саня, у нас на фобе, фоба оккупирована, да, типа, пиздец. Вокруг фобы ездит, чел. Как ты понимаешь, тоже особо возможности нету. Ебать. На моей точке прям ровно вражеская фоба. А, меточка есть, все. Обратите внимание на карту. Можем на базе появиться. Блять, я не видел. Джокер, если я возьму сейчас... Алькор, ты около меня, да? Лучше не стоит. Смотри, у меня прям вот там холмик через дорогу, там дохуя врагов. Лучше... Понял? Через там дорогу там именно холм, туда можешь гранату закинуть. Не около тебя вроде бы. Не, я смотри, смотри, где умер. Я понял, смотри, где я умер, там дохуя через дорогу людей. Я пока не могу. Подними меня, отобьемся. Тут ужас. Давай. Я в упор к тебе лежу. Скажи первому складному, Джокер, пожалуйста, чтобы... Поддержали нас здесь, рация у нас вражеская. Я не вижу, что вражеская... Это на твоей Б или что? На моей С метке. Вот мы, C-метки. Мы. Сейчас пытаюсь понять, где твоя С метка. Дистанция. Я только бы метку вижу, если честно. У нас тут вражеская, да можешь нас по карте найти. На мой ник. Найди нас ты, по карте просто. У нас тут и, и вражеский ралик, и вражеская вижу, суплайка. Да. Я могу ее сломать через минуту, ну, вот хотите? Мы ее выкапываем, уже там деликсир выкапывает. Да, сори, Димка, я перепутал тебя. Понял. Бывает. Ты ранил? Да. Ничего не меняется. Выкопали. Больше ничего. Сейчас я тебя оставлю. Мега хорош. Блять. Димка справа лежит. Димка справа лежит, подползет вверх. Дальше заборов. Вроде бы убил, не уверен. На фобу вертолет садится. Так, у нас на респе ни одного сухого трака нет. Димка, вот там в камнях впереди. Да, я понял. Сейчас посмотрю. Не в... Бля, где все враги? Там, блядь, как что там? Это машинка вражеская, да, нас так поливает? Да. Там что-то вся хапа засушили.
Если я спижу их суплайку, это хорошо будет? Я не помню, не уверен, что ты можешь ее водить. Да, ты не можешь ее сесть. Ты можешь ей колеса только выбить. За нее вроде 10 тикетов дают, они не? Сейчас сами свою вас, вас Могилева забирают, ребята. Ты умер, Димка, да? Не-не, я Могилева. Еще кто-то собирает. У нас запирают Могилева, ребята. Встаньте на деф-точке, и неважно, где враг. Слышу, слышу тебя, я иду, мы подходим. У нас еще просто фобы, где мы появляемся, ебутся со всех сторон. Походу в северной части Могилёва, челики. В северной части? Убил двоих, да, убил. Могилёва. Убил их двоих, походу. Сейчас, сейчас разъебу, блядь. Нет, меня убили. Еще на дороге, еще один. В северной части. Да, слышно их. Вот, подходит Хупер там, челик. По карте. Да, блин, я не увидел третьего. Слышу, вообще прям жестко. Я третьего не увидел, блин, блядь. Под кустами лежат прямо. Забрал сквадного у них на северной части в доме. Еще в доме, еще в доме. Не, справа. Давай я положу. Доме был. Он выпрыгал за другой дом. О, я ебать на первый соскопился. Там что, бета было или что-то нам работало? Угу. Только не переусердствуйте пока, сейчас я вас всех полечу. Я сейчас присоединюсь. Хорош. Так, и... Хумленд тоже. Поддымите, что-то поддымите. Там... Я пока не должен. Ух, меня двое щупают. А, о. Так, уйди куда-нибудь сюда. Сразу. У нас стала вторая фоза, фоба тоже нормально. Так, Алькор, Алькор, если ты подходишь сюда к нам, смотри, в левом доме там есть синий домик, там один в синем домике, и через дорогу там в амбаре длинном тоже там люди. Как понял? Я в другой стороне от вас, мы тут проходим. Я понял. А, ну вот я тебя вижу, вот там у вас один есть, кстати. Они прямо за стеной, они прямо перед тобой. Ага. Блять. У меня нету бинтов поднятия. Под цеметка техника забита, я лес по хабу сделаю. Вы шарите, откуда энеми идет? С моей позиции дохуя. Если найдешь на карте меня, Олькура, на моей позиции тоже есть. Олькурафоба, возможно, вражеская, не? Да-да-да, там разрез какой-то идет. Я могу арту дать по Олькуру, если хотите. Да ты проверь, ты же строн запустил. Смотри, сбрай, есть там хаб, нет. Блять. Тут походу что-то есть. Сука. Как он в упор оказался, блядь? Я же чекал. Артиллерию, Джокер, по моей позиции вызываю.